к лицу. Теперь лучше? Сэр, вы так много нам помогаете. Но у меня нет денег вам заплатить. Из ценного, что можно продать, у меня только это. Он много работал, чтобы купить мне этот кулон на свадьбу. Я бы продала его и заплатила вам. Не будь он для меня так важен. Я не был рожден юристом, я родился человеком. Представь, что к тебе пришел человек, укушенный змеей. Ты бы не стала помогать ему бесплатно? Ну что вы, разве деньги важнее жизни? Будь это даже те полицейские, я бы все равно им помогла. Ценность таланта человека определяется тем, куда он этот талант применяет. Когда правосудие торжествует для таких, как ты, я сплю спокойно. Вот моя плата.